Дорогие одесситы, я признаю результаты досрочных выборов в Верховную Раду Украины. И в своем телефонном разговоре с Алексеем Леоновым пожелал ему успехов. Более 20 лет я представлял интересы родного города в парламенте. Однако граждане нашей страны в большинстве своем оказали доверие новым лицам. И теперь от качества работы уже новоизбранного парламента будет напрямую зависеть уровень жизни каждого человека. В свою очередь, мы продолжим реализовывать проекты социальной поддержки одесситов. Юридическая клиника и впредь будет открыта для всех, кому необходима правовая помощь. Обязательно завершим строительство первой в нашей стране общеобразовательной церковно-приходской школы. Хочу искренне поблагодарить за поддержку каждого, кто отдал за меня свой голос. Я очень это ценю.